Так, продолжаем движение. Москва, Кемерово, вторая серия. Продолжаем потихоньку толкаться в Балашихе. Идет строительство федеральной трассы. Ну, возникают небольшие проблемы, затруднения движения. Но потихоньку двигаемся. Вот надпись в нижнем левом углу. Там указывались не только координаты, но и местонахождение, буквами, чтобы писалось. Например, как в Акинуре. А так других замечаний, других вопросов к видеорегистратору нет. Очень хорошая машинка, мне нравится. Так, продолжаем потихоньку толкаться. Я почитаю пока сообщения, которые поступили на этот момент. Так, Серж Таран пишет: отлично, только бы погода не подвела, удачи в пути. Ну, рейс уже выполнен, маршрут завершен, видео находится на жестком диске. Проблем на трассе не было. Небольшой дождик был в Новосибирске, а так все прошло. А так все прошло в нормальную погоду. Очень красивые кадры будут на пути, особенно на перевале через Уральские горы. Насколько можно было. Насколько можно. Это я в салоне автомобиля, там что-то болтаю. Но те, кто захочет послушать полную версию видео без купюр, без ускорения, с реальным звуком, с оригинальным звуком, то это видео будет размещено попозже на втором аккаунте «Видео Дорог 2». В который раз хочу всех предупредить, что эфир 15 канала свободный, ненормативная лексика. Ну, общение дальнобойщиков, дальнобоев на канале. Кому интересно, конечно, могут послушать. Ускоренный вариант тут невозможно. Тут невозможно оставить оригинальную аудиозапись, потому что трудно будет разобрать, о чем идет речь. Так. Так, продолжаем в Балашихе толкаться потихоньку. Вот из-за такого непредвиденного движения, ну не то чтобы непредвиденного, а планировать заранее место ночевки и привала крайне сложно, потому что не знаешь, где вот такие поджидают вот засады, пробки и прочее. Я, например, планировал остановиться на ночевку на привал, проехал Нижний Новгород, думал там где-нибудь уже искать место для ночевки, но
затрудненное движение на МКАДе. Этим, конечно, никого не удивишь. Вот, я к этому был готов. В Балашихе тоже не очень рассчитывал на быстрое движение. Но думал, что далее будет без проблем. Но, к сожалению, ошибся. К сожалению, ошибся, потому что под Владимиром, насколько же помню себя, там вот постоянно вот идет ремонт дороги, строительство, и скапливается огромная пробка. Сколько лет помню, столько лет эта пробка никак дорогу не сделает. Или делают ее, наверное, хорошо оплачивается, поэтому годами ремонтируют. Ну ладно, не будем о грустном. Продолжу отвечать на вопросы. На сообщение. Макс Ап пишет: очень ждем видео по Северной. Будем планировать и свой маршрут, опираясь на ваше путешествие. Я спрашиваю, какая конечная цель? Макс Ап отвечает: Екатеринбург, ЕКБ. Ну, Екатеринбург, ЕКБ, Катя, ЕКАТ, названий очень много. Так, я предлагаю, можно много времени потерять через Нижний, быстрее через Ярославль. Ну, на видео увидите, какие там пробки собираются вот на этом участке. Впереди камера. Ограничение 60. Это подсказывает видеорегистратор. Впереди камера. Ограничение 60. Вот первая поездка, я поставил оповещение многократно, но она достала, конечно, этим. Далее я перестроил немножко, и она один раз будет предупреждать. Вот мне нравится, как она объявляет, впереди камера 60, все понятно. Не говорит, что впереди камера, скорость, ограничение скорости 60 км в час. Пока проговорит, уже сдохнуть можно. Тут кратко все понятно. Вот это очень нравится мне, вот такое аудио предупреждение. Так, Балашиху проехали, по-моему. Сейчас гляну. Балашиху проехали потихоньку, ну, движение в сторону Владимира. Так, я отвлекся. Ну, я порекомендовал ехать через Ярославль. На что Макс Ап отвечает: через Кострому и Киров туда больше ни ногой, там нет дорог. Макс Апу отвечает Андрей Макаров: Кострома, Киров очень изменились за лето. Пермь-Киров за 5 часов 30 минут ночью. Кострома-Киров 8,5. Кострома-Киров 8,5 часов. Я верю этот Андрею, поддерживаю Андрея, что ситуация вот на северного варианта, я обычно называю это через Ярославль, Пермь, вот такой маршрут, здорово изменился за последнее время. Помню свою поездку двухлетней давности. Так, это была не поездка, это
особенно в Кировской области, чертыхаешься на каждом шагу, и ямы, ухабы, колдобины, то есть слов возмущения не было. Это видео посмотрел Андрей Макаров, спустя какое-то время написал, что... написал Андрей Макаров, что дорога отремонтирована, ямочный ремонт выполнен, и двигаться там можно. Я специально следующий маршрут поехал не по семерке, не по пятерке, а именно вот по северному. О, Господи. Ну вот задолбает она пока это самое. Поменяю настройки. И я поехал, и действительно ямочный ремонт был выполнен в Кировской области. Дорога стала, ну, по сравнению с прошлыми поездками, гораздо лучше. Это факт. Видео об этом говорит. Но меня напрягал участок здорово. Это Костромская область. Это гармошка, старое покрытие. Едешь по дороге, вот, трясет, как, я не знаю. Вот. Чем хорош, например, тот северный вариант? Когда я ехал, куда же я ехал, уже не помню. Томск, по-моему. Поехал северным путем и планировал остановиться на привал, на ночевку возле Макарьева. Но из-за того, что и на МКАДе не было затруднений, и что ж там еще-то было? В общем, пролетел Москву практически без остановок. В Мытищах там тоже дорогу практически сделали. В Мытищах тоже не было ни затруднений, ни каких проблем. И уже подъезжая к Макарьеву, смотрю, и время еще раннее, и усталость не наступила. И проехал Макарьево примерно еще километров 200, может быть, 250 от Макарьева. То есть резко поменялся план остановки на привал, на ночевку. В итоге я проехал от Москвы до Томска, по-моему, за 3,5 дня, чтобы не соврать, но можно посмотреть. Пролетел очень быстро. И сравнить вот эту данную поездку Москва. Москва, Кемерово. Впереди город, ограничение 60. Впереди город, ограничение 60. Впереди город, ограничение 60. И сравнить вот с этой поездкой Москва, Кемерово, расстояние одинаковое, что до Томска, что до Кемерово, то здесь 5,5 дней. Но почему так получилось, вот сами посмотрите. Непредвиденные остановки, непредвиденные толкания. Вот это, я говорю, заняло очень много времени. На этом очень много времени теряешь. Ну, в общем, как-то так. Чтобы более-менее немножко отслеживать видео, и комментарий был более-менее близок к реальной картинке, приходится просматривать файлы отдельно. И видео ускорено в два раза, соответственно, смотрю половину файла, далее перебрасываюсь на другой файл. Поэтому немножко комментарий будет такой вот обрывочный. Ладно, продолжаю читать сообщение.
Ну, я вот Андрея Макарова я поддерживаю. Нужно, я говорю, вот, если еще сделают в Костромской области дорогу, ну, альтернативы, например, это очень хорошая альтернатива, семерки и пятерки. Будем надеяться, что в этом плане руководство Костромской области обратит внимание на состояние дорог. Так, Виталий Корнилов пишет: картинка изумительна, смотрится на ура, все очень хорошо, спасибо, Александр. Да, я вот сам просматривая видео на компьютере, замечаю, что обратил внимание, что картинка на самом деле выигрывает, но в Ютубе там качество ниже, чем реальное видео, там качество повыше, и на самом деле там даже каждый камешек, каждая чуть ли не соринка здорово четко прослеживается, просматривается. То есть качество очень хорошее, меня вполне радует. Так, Александр Седьмой пишет: здравствуйте, я последний раз, когда выезжал в сторону Нижнего Новгорода, с МКАДа съезжал на Носовиху, далее через Кучино, уже на М7. Там вроде быстрее получается. Регистратор супер. Скоро опять предстоит путь в ту сторону. Хочу проехать через Москву, а не по МКАДу. Думаю, или по ТТК, но это третье транспортное кольцо, или через Пролетарку, Серп и Молот. Ну, что я могу сказать? Через... Да, почему бы и нет? Можно и через центр города рискнуть, тут особых проблем нет, тут не угадаешь. Можно и через центр города пролететь без проблем. Можно и на МКАДе, и на трешке вряхаться в такую, что мало не покажется. Ну, Пролетарский проспект, это через проспект Андропова на трешку и далее на... Что-то там трындели, это дальнобойщики. Вот. Желаю, конечно, проехать через Москву, через центр без проблем. Повторю, что раз на раз не приходится, и можно... И можно свободно проехать. Это объявление на 15-м канале об услугах на трассе. Можно, конечно, рискнуть. Я, например, неоднократно днем, выдвигаясь, стартовав вот на юге Москвы, без проблем проезжал и через центр, по Тверской там, например. В общем, без проблем. Ну вот многократное повторение, это я сам такую настройку сделал, вот потом уже пожалел и перестроил на однократное оповещение. Ладно. Так, Макс Ап пишет: подскажите, кто знает, если я еду не из Москвы, а со стороны Калуги, как мне лучше обогнуть Москву подальше от пробок в направлении Владимира? Ну, Макс Ап, можно посмотреть по карте и по ракадной дороге, которую сейчас активно строят. Вернее, она уже давно существует, бетонка, еще со времен Великой Отечественной войны. Она, длина этой дороги 200 с чем-то километров. Ну, кольцо вокруг Москвы, или 500 даже километров. Сейчас
врать не буду, не знаю, по-моему, 500 километров. Так вот, по рокадной дороге можно объехать Москву без проблем. И, кстати, так многие водители, дальнобойщики и делают, чтобы не попадать в пробку на МКАДе или какие-то, или, чтобы не попадать на пробку на МКАДе, они вот объезжают трассу, вернее, объезжают Москву по рокадной дороге. Ну, по карте можете посмотреть, ее можно найти без проблем там проехать. Дорога однополосная, по одной полосе в каждую сторону, бетонка потряхивает, но движение интенсивное, в смысле движение без заторов, без пробок. Ну, сейчас ведутся там какие-то дорожные работы, возможно, ну, где-то могут быть затруднения, пока четко и ясно выразиться больше не смогу, но объезд есть. Так, сообщений пока больше нет, двигаемся по Московской области. Вот самое главное для меня вот, при поездках на вот такие вот расстояния, при средней дальности, да и вообще при поездках на на восток или на север, или на юг, там неважно, главное вырваться из Центрального федерального округа. Главное вырваться из Центрального федерального округа, там движение попроще. Но, к сожалению, вот лето, осень, идет строительство, ремонт по всей стране, поэтому где вряхаешься или врюхаешься в пробку, это просто предсказать заранее невозможно. Я вот проехав какое-то расстояние, остановился на ночевку, не доезжая до Нижнего Новгорода. На другой день, проехав через Нижний, хотел по новому мосту проехать, посмотреть новый мост, но нужно было брать другое направление, поэтому съемка нового моста не получилась. Надо было брать направление на Пермь, ну а я поехал в направлении, что там, Чувашию. Поэтому съемка моста, снять новый мост не удалось. И вот проехав Нижний Новгород, совсем недалеко уже обрадовался, что движение будет без проблем, полетим дальше. Как врюхался в пробку, и пробка составила примерно 15 километров. Скопилось огромное количество машин, шло ремонт строительства дороги, строители перекрыли одну полосу и пускали движение по одной полосе. Вот. И там потерял, чтобы не соврать, ну, примерно, ну, полчаса, может, даже больше. И так было практически на многих участках. И в Башкирии, ну и дальше по маршруту были такие проблемы. Не знаешь, где потеряешь время на вот эти вот вынужденные стоянки, вынужденные остановки. Этим вот объясняется то, что маршрут занял почти 5 дней. Ну, полотно дороги сами можете. Впереди город, ограничение 60. Вот сбивает, в смысле. О чем говорю? Полотно дороги, как видите, хорошая разметка и отвечает всем требованиям. Обочина, правда, не очень большая. Вот. Но вот на настоящий момент, ну, обочина тоже асфальтированная, но это в Московской области.
ограничение 60. Впереди камера. Ограничение 60. Ну достанет она, короче, впереди этими объявлениями. Ну, во время движения ее не очень громко слышно, поэтому я как-то не особо на это обращал внимание. Вот сейчас, просматривая видео, вот, объявления очень громкие и очень такие четкие. Четко слышно ее. Хороший видеорегистратор. Мне нравится. Дороговато, конечно. Дороговато он стоит. Я вот его брал за 18 с чем-то, 18 500, по-моему, плюс две карты памяти по 128 гигабайт. Ну вот, сука, где-то в 24, наверное, вот в такую сумму обошлось. Кстати, нужно при покупке этого такого видеорегистратора обязательно нужно брать или же у них, или ту фирму, которую рекомендует продавец. Я покупал в офисе, то есть поехал специально к ним в центральный офис. У них огромное, ну как огромное, на втором этаже помещение, где стоит шкаф. Они же меняют, вот приносишь, сдаешь старый, и тебе дается скидка, по-моему, 3000 рублей. Ну, я об этом не знал. Можно было бы с собой набрать. Там у меня штук 5 есть таких видеорегистраторов на хлама. Ну вот. И у них там целый шкаф за стеклом, там целая гора видеорегистраторов, которые вот люди приезжают, старые сдают, берут новые. И вот производитель рекомендует карты памяти. Ну, во-первых, 10 класса, высокоскоростные и определенные марки. Я рекомендую сразу брать при покупке видеорегистратора, сразу у него приобретать и карты памяти. Одна карта памяти 128 гигабайт, две карты памяти это 256 гигабайт. Я хотел взять карты памяти 256. Видеорегистратор позволяет использовать такой объем карт памяти, но в наличии у продавца таких карт не оказалось. Поэтому довольствовался 128 гигабайтами. Одной карты 128 гигабайт хватает на 6 часов 47 минут непрерывной записи. По заполнению первой одной карты запись автоматически начинается на вторую карту. Итого 256 гигабайт хватает на 13 часов, ну там сколько-то минут можете посчитать, на 13 примерно с половиной часов. Но этого для меня вполне достаточно, потому что стараюсь в основном больше 12 часов не двигаться, искать место для ночевки, для привала. Ну вот осенью и зимой, когда темнеет рано, ну этого вполне хватает. Ну а что будет дальше, покажет время. Кстати, у меня была еще одна карта памяти на 128 гигабайт, но другого производителя. Я ее отформатировал, поставил, проехал, снял какой-то участок видео, и значит, скажу, что файлы практически все оказались битыми. То есть 128 гигабайт 10 класса вот этого какого-то производителя, уже не помню, оказалось полным бредом, полной чепухой. Так что при выборе карты памяти обязательно на это обратите особое внимание. Так, ну мы здесь продолжаем потихоньку двигаться. Движение более-менее свободное. Накрапывает мелкий дождик. Так, что еще можно на данном участке сказать? Ну, особой
памяти участок не оставил, потому что движение более-менее свободно, интенсивность достаточно высокая, но двигаемся без проблем. Так, я про видеорегистратор говорил. Значит, имеется встроенный аккумулятор, которого хватает на час записи. И есть режим парковки, который включается, там можно установить время, когда включается режим парковки, через 7, по-моему, 10 и 15 минут. То есть, выключив автомобиль, идет примерно минут 7-15 запись в обычном режиме, но потом, значит, уходит в режим записи на парковке. Скорость записи на парковке можно тоже регулировать примерно от одного кадра в секунду до одного. Сбило опять. О чем говорил, уже забыл, блин. Режим парковки. Значит, один кадр в секунду, по-моему, один кадр в 3 секунды, один кадр в 5 секунд. Ну, то есть такая вот ускоренная съемка получается. Вот в таком режиме я подсчитал, видеорегистратор может снимать, по-моему, около 2 недель непрерывной записи будет. Она будет ускоренная, но запись может происходить примерно 2 недели при том, если есть источник питания. Можно использовать внешний аккумулятор, чем я и пользовался во время движения на поезде из Кемерово в Москву. Вел съемку, питание было от внешнего аккумулятора. Я подписался на отзывы на Datacam. И вот один пользователь написал, что брал очень давно видеорегистратор. У него не сохранились ни чеки, ну ничего не сохранилось. И вот недавно, говорит, он нагрел, вышел из строя, раздулся. Ну, в общем, проблема возникла. Написал производителю, что делать. Производитель, я просто обалдел. Не вопрос, говорит, приезжайте, мы заменим вам корпус бесплатно. А аккумулятор стоит 700 рублей. Если им пользовались несколько лет, этим видеорегистратором, и вот он на самом деле это вот без проблем, просто я говорю, вот такое отношение производителя к потребителям просто вызывает огромное уважение. Кстати, я неоднократно, ну как, 2 или 3 раза им звонил ночью, по-моему, в 11-12 часов ночи какие-то возникали вопросы. И был сильно удивлен, что там дежурный менеджер, там или дежурный продавец, техподдержка, объяснил мне спокойной такой тональности, без нервов, доброжелательно объяснил проблему, помог решить возникшие проблемы, вопросы. Но опять-таки я вот смотрю очень много объявлений в интернете на Datacam 6, которые предлагают там и за меньшую стоимость и так далее. Я бы, например, не поменял вот того, у кого покупал у производителя. Datacam 6 Max, он 2 модификаций есть. Есть с японской оптикой, ну есть, по-моему, с немецкой оптикой. Но я отдал предпочтение японской, он стоит немного дороже, по-моему, 1000 на 2,
Вот, но, как видите, картинка важнее. И ну, качество требует средств. Тут спорить даже не буду. Картинка меня самого очень радует. Чем дальше от Москвы, тем свободнее движение. Осторожно, дети. Ограничение 70. Вот коротко. Осторожно, дети. Ограничение 70. Коротко, сжато, быстро, без лишнего словесного хлама. Сколько занимает времени переброска памяти с видеорегистратора на внешний жесткий диск? Вот это такой вопрос, наверное, может возникать. Отвечу, что до 6 часов, когда... Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 60. Когда почти... Впереди город. Ограничение 60. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 60. Когда две карты памяти... Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 60. Когда обе... Когда практически заполнены обе карты памяти, но у меня такого не было, чтобы они были полностью заполнены. Максимально было полторы карты памяти заполнены, даже чуть поменьше. И они, и переброска заняла около 6 часов. То есть очень тяжелые ролики. Качество требует, как говорится, жертв. И почти 6 часов сбрасывал на внешний жесткий диск, но у меня не было USB 3, вот через USB 2, это низкоскоростной вариант. Но я думаю, что USB 3, наверное, раза в 2, может быть, больше сократит время сохранения видео. Ну, вот сейчас реальный звук слышно очень громко, достаточно громко, четко, понятно. То реально в салоне автомобиля слышимость не такая громкая, четко, четко, ясно слышно. И особо на нервы не действует. Видеорегистратор постоянно совершенствуется. Производитель устраняет те замечания, которые появились во время пользования, ну, покупателями. Ну вот, про видео не совпадает с реальной картинкой.
Но вот в реальном времени видно, когда она заканчивает предупреждение, в этот момент проезжаем под камерой. Стационарная камера. Базу не обновлял давно. Ну как давно? Обновления стоят, самая свежая версия, потому что брал-то недавно, сколько им пользуюсь, пару месяцев, наверное, максимум, даже меньше. Вот по природе, значит, тут, как можем наблюдать, деревья еще зеленые, практически нет нигде желтизны. Но по мере продвижения на восток, на Урале, например, уже заметна желтизна такая небольшая на деревьях. В Кемерово так там четко наблюдается, ощущается дыхание ранней осени. А уже возвращаясь на поезде, ну сколько прошло, наверное, дней 10 с момента старта, деревья уже желтые, с такими ясными. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. С явными признаками вот осени, такие желтые гроздья листьев. Ну, кому интересно будет, конечно, посмотрите после видео из окна автомобиля, видео из окна поезда. Ну, это так, для... просто насладиться вот красотой природы России. Кстати, качество съемки на видеорегистратор из окна поезда тоже очень высокое. Останавливаешь кадр, и четко видно каждую деталь, каждый элемент. Ну, я бы сказал, каждый листик на дереве. Хотя во время движения это все как бы смазывается. Пускать в замедленном варианте, но это каждый пусть решает сам. Ну вот Андрей Макаров сказал, что дорогу отремонтировали, ситуация изменилась. Вот в Костромской области, я говорю, меня вот, конечно, в Кировской области тоже не стопроцентная готовность, выполнен ямочный ремонт, но это я по памяти от Томска, когда в Томск ехал, там... Да, отремонтировали дорогу, ямочный ремонт выполнили, но попадаются и колдобины. Редко, правда, но чего греха таить, колдобины есть. И если вот сделают в Костромской области, то в Пермском крае и далее уже там до, не знаю, до Кудова, просто ехать можно будет одно удовольствие. Этот небольшой участок, Костромская область. Но там другая есть особенность этого варианта, что достаточно мало не развита инфраструктура. Но это объясняется тем, что слабые автомобильные потоки, и, естественно, никто не будет вкладываться в убыток себе. Увеличится поток автомобилей, ну, значит, оживет, будет оживать и инфраструктура, и мотели появятся, и будет больше заправочных станций. Кстати, Макарьево, если кто поедет по северному варианту, Макарьев там у дороги,
Если будете двигаться на восток, то с левой стороны, там кафе есть одно. Что-то протрындел, сам не понял. С левой стороны будет кафе. Внутри отделан под старину. Я там останавливался, посмотрел, мне очень понравился интерьер. Реально старинные вещи, там и прялки, и какие-то швейные машинки старого образца. В общем, старые вещи, они вот владелец этого кафе сохранил как украшение интерьера своего вот кафе. Будете проезжать, я бы посоветовал, что ли, порекомендовал остановиться там, покушать, отдохнуть, ну и посмотреть. Я ходил, смотрел на стены, как в музее. Как в музее. Это Макарьево при движении на восток с левой стороны. И, соответственно, справа, если двигаетесь на запад. Ну, вроде бы приближаемся к границе Московской области. Придет время, когда по всей России вот с такой скоростью по таким дорогам можно будет ездить. Но вопросов будет все больше, больше и больше. Вот такая дорога, она потребует хорошей мобильной связи. Я имею в виду, есть еще вдоль дороги будет Wi-Fi, чтобы можно было в интернет выходить. Кстати, вот в Московской области еще более-менее хороший устойчивый интернет, а вот за пределами, конечно, это проблема. У меня два оператора, МТС и Мегафон, и вот я проверял периодически, двигаясь в поезде, какая связь у оператора вот на этом участке от Кемерово до Москвы. Должен сказать, что МТС здорово проигрывает Мегафону. У Мегафона примерно раза в два связь устойчивее, чем у МТС. Билайн не тестировал, не знаю. Вот, но я все больше и больше склоняюсь к оператору Мегафона. У меня есть карточки и МТС, и Билайна, но я, по всей вероятности, буду ставить на Мегафон. Наверное, слышно, это предупреждает навигатор. Сейчас начнет видеорегистратор трындеть. Ну вот, было бы, конечно, лучше, если бы видеорегистратор можно было регулировать количество повторений. Один раз можно прослушать, а вот если она два раза повторит, было бы гораздо лучше. Не многократное, а двукратное. Два. Три. 4, 5, 6, 6 раз сказала. Достаточно было 2 раза. Просто один раз можно пропустить, не обратить внимания.
Отвлекшись, можно пропустить. Я второй раз вполне было бы достаточно. Ну, хорошему нет предела. Ну, местами идет ремонт, как видите. Съемка в качестве 1920 на 1080. Это вот реальная картинка. Но YouTube он пропускает 1080 на 720. То есть качество на YouTube будет несколько похуже. Хотя вот выводил на экран телевизора. У меня большой экран. Просто качество потрясающее. Вспоминаю свой первый видео. Ну, кто захочет послушать реальный оригинальный звук на трассе, то тех я адресую на видео Дорог 2, где это видео будет в реальном времени, без ускорения и с оригинальным звуком. Так. Ну вот, послушали фрагмент диалога на 15-м канале. Кстати, интересный момент. Вдоль дороги с правой стороны, сейчас только что проехали, но вы можете обратить внимание, стоит картонная дурилка. В общем, из фанеры сделан автомобиль, и на его фоне, значит, стоит инструктор ДПС. И вот кто-то, проезжая, оторвал голову вот этому манекену. И этот факт вызвал отдельную дискуссию, отдельный диалог.
кому-то делать нечего было, остановиться, подойти к вот этой бутафории, оторвать, отломать голову. Ах. Так, ладно. Так, пришел мой главком. Навигатор подсказывает. Впереди мобильный пост ОПС. Ограничение 60. Впереди мобильный пост ОПС. Ограничение 60. Впереди мобильный пост ОПС. Ограничение 60. Впереди город. Ограничение 60. Впереди город. Ограничение 60. Впереди мобильный пост ОПС. Ограничение 60. Впереди мобильный пост ОПС. Ограничение 60. Все работают. Радар-детектор говорит о том, что идет видеофиксация или фотофиксация. Я вспоминаю свой первый видеорегистратор с камерой 0,3 мегапикселя. Это, конечно, был кошмар, а не видео. Там на расстоянии примерно 5 метров уже ничего невозможно было рассмотреть, только какой-то силуэт. Общий такой вид, что автомобиль, а детали невозможно было рассмотреть. Да, кстати, цветопередача была там очень плохая. И с дорожной разметкой тоже нужно как-то наводить. Не то чтобы порядок, а пересматривать эти стандарты. Много цветов есть. И желтый, красный, синий, зеленый, оранжевый. Но почему-то вот преобладает белый цвет. Белый цвет, ну, еще немножко вмешивается желтый. Почему не использовать всю гамму имеющихся, ну, не всю хотя бы, но основные цвета спектра. Вот боковая полоса ограничения дороги сплошная белая. А если обочина широкая, как, например, вот от Москвы до Ярославля, обочина такой ширины,
как проезжая часть. И нет разделительных отбойников, то там реально мурашки по спине бегут, когда смотришь, что с правой стороны сплошная белая, а за ней еще огромная эта обочина, а с левой стороны вот прерывистая полоса, то такое впечатление, что ты едешь по встречной полосе. Пот прошибает. Поэтому, на мой взгляд, нужно пересматривать стандарты маркировки, горизонтальные маркировки, цвета, и внедрять, как бы применять разноцветную окраску. Красная пусть будет запрещающая, вот сплошная, например, двойная или сплошная с левой стороны должна обозначать, ну, запрет ее пересечения, красный, естественно. Вот зеленый, ну, разрешающий, это полоса, дорога, имеющая две полосы движения, вот прерывистую можно было бы делать зеленым цветом, обочину, ну, может быть, оранжевым, там уже варьировать от того, красным или желтым. Да и зеленым тоже не помешало бы. Там, где можно заезжать на обочину зеленым цветом, там, где запрещено, ну пусть будет красным цветом. Вот предупреждает навигатор. А сейчас включится этот видеорегистратор. То есть навигатор предупреждает заранее. Впереди город. Ограничение 60. Вот. Впереди город. Ограничение 60. Включился видеорегистратор. Ну, сколько сейчас вот проехали, я, откровенно говоря, на знаки даже и не обратил внимания, какие были знаки. Ну да, было там название населенного пункта, вот белая табличка, какие. И что греха таить, многие знаки установлены неправомочно. То есть установка знаков должна, но она и регламентируется сейчас ГИБДД. Но контроля за установкой знаков, по-моему, не ведется. Кто где какие знаки хочет, тот там такие ставит. Я, по-моему, ехал во Владимировской области. Так там сейчас минутку. Так там знаки противоречили. Ну, будем проезжать этот участок, я об этом скажу. Летит встречный, тормозите. Обочина, даже для опытных, опасна и коварна. Уходить нужно только на свою сторону. И что делать, если едешь в своем ряду и навстречу мчится безумный гонщик? То оттормаживай и съезжай на свою обочину. Ну, это правильный случай. Нарушил ли правила Александр Китавин, решат в суде. И он, и водитель «Лады» Илья Луценко уже наняли адвоката. Они оба знают. Верховный суд не раз наказывал тех, кто никого не задел, но стал виновником трагедии и смерти. Это из передачи «Главная дорога» показывали опасность
опасность обгона. Ну, вы, наверное, слышали уже комментарии. Вставил немножко, насколько опасно совершать обгон. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 60. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 60. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Да, говорю, вот на трассе. Ограничение 60. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 60. Что большие грузы, у них очень большая мертвая зона, то есть они слепая зона, они не видят, плохо контролируют, или зеркала не отрегулированы, или не смотрят по зеркалам, или уровень профессионализма у дальнобойщиков не очень высокий. Вот, идут на обгон, совершенно не обращая внимания на то, что кто двигается за ними следом. Вот. Включает поворотники и пошел на обгон, в то время как за ним идущий автомобиль уже на встречной полосе и совершает маневр обгона. Но это и культура поведения, и уровень профессионализма. Ну, иной раз, чего греха таить, и сами дальнобойщики провоцируют ДТП. Кстати, будет серия, когда я остановился на ночевку под Ишимом. Ну, проехал Ишим и в 16 километрах от Ишима в сторону Омска остановился на привал. Когда дойдем до этой серии, я расскажу вам, что произошло, какой был у меня разговор и диалог с водителем большегруза, что там происходило. В общем, передам суть нашего общения. К сожалению, видеорегистратор у меня тогда был занят, я сидел в кафе и перебрасывал видео на жесткий диск, и видеорегистратор был у меня выключен. А так можно было бы заснять, чтобы своими глазами увидели, вот, что из себя представляют некоторые, надеюсь, меньшая часть большегрузов. Но такие люди есть. Но это я скажу, когда будет ближе к месту. Вот сейчас сработал радар-детектор, значит, произошел прерывание питания, то есть перестало поступать питание на радар-детектор, поэтому там пришлось шевелить эти разъемы, как ни старался во время, перед стартом все это зафиксировать жестко, все равно во время движения произошло прерывание питания. Это одна вот из проблем того, что во время движения вот вибрация, она отключает питание от потребителя и от радар-детектора, и от видеорегистратора, может быть, и от навигатора. Кстати, навигатор меня здорово подвел в этот раз, но опять-таки это по ходу движения, на эту тему я буду говорить еще. Бензина было мало, ну как мало, я смотрел при старте на 250 километров, по-моему, хватало бензина, вот решил
за Балашихой, проехать Балашиху и где-нибудь на трассе заправиться. Ну, я говорю, что инфраструктура достаточно развита на трассе М7, поэтому проблем с заправкой не возникает. Практически в любой момент, в любое время на коротком расстоянии можно найти АЗС. По-моему, если не изменяет память, ну, как минимум километров 10 и обязательно будет заправка максимум. Но вот это состояние, когда уверен, что обязательно будет заправка и можно будет долить бензина, она несколько притупляет бдительность водителя. И оказавшись на некоторых участках трассы, ну, вот, при движении на восток, можно попасть в серьезную ситуацию. Поэтому я бы рекомендовал всем, кто отправляется в дальнюю, в дальнюю поездку, иметь обязательно небольшой запас, пусть хотя бы литров 5, а еще литров 10, я думаю, было бы лучше иметь с собой запас бензина при поездке на дальнее расстояние, потому что инфраструктура со станциями АЗС, она совершенно разная, что в Центральном федеральном округе, что там Уральский федеральный округ или Восточно-Сибирский. Там, конечно, ситуация немножко другая. Я не говорю, что катастрофическая, но должна привлекать внимание водителя и на это обращать внимание. Постоянно работает радар-детектор. Слышно там пиканье. То есть вот два девайса, я имею в виду. Они себя здорово дополняют. Вот то, что предупреждает видеорегистратор, и то, что, видеорегистратор, в нем забита информация вот о всех этих постах, знаках и так далее. А радар-детектор реагирует на реальное излучение, на реальную обстановку. И вот сейчас выпускают уже достаточно намного, я видел вариантов, когда три в одном. И видеорегистратор, и радар-детектор, и навигатор. Здесь отношение двоякое, значит, универсальное всегда хуже специального, но в то же время потому что он компактный, в одном месте собран, это удобно. Вот у меня, например, все это разбросано по салону автомобиля. С одной стороны радар-детектор, видеорегистратор. И с третьей стороны, например, вот навигатор. Пока еще не нашел оптимального варианта. Вот, но навигатор все-таки я отремонтирую. Там проблемы с разъемом питания. Вот, отремонтирую, и он будет, конечно, валяться в автомобиле на всякий противопожарный случай. Но в основном буду пользоваться или планшетом с установленными картами,
или смартфоном. Впереди город. Мне, например, очень понравился понравилась навигационная система Maps.me. В Play Market можете посмотреть. Зеленая иконка. Это я что-то комментирую в салоне автомобиля. Разобрать не могу. Зеленая иконка. Работает Map.me без интернета, просто скачиваются все карты, ну те, которые необходимы, и он работает автоматически, независимо от интернета. Очень подробная карта, очень подробная. Я просто, ну скажем так, в восторге от этой навигационной системы Map.me. Maps.me. Ну, я не знаю английский язык, читаю так, как написано. Ну, зеленая иконка. Вообще нужно пользоваться альтернативными навигационными системами. Я не очень доволен, например, и iGo Prima, и Navitel, там свои заморочки. Вот. Но нашел как бы замену этим системам. Это альтернативная навигационная система, такие, например, как Map.me. Пришло сообщение, но я знаю от кого. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, когда будет вторая серия Москва-Кемерово? Ну вот, обрабатываю. Так, ну вот, вроде бы, аудиокомментарий на вторую серию заканчивается. Ну, до третьей серии, до встречи в третьей серии.